Всем привет, с вами снова Поездец. Сегодня открываем три контейнера авантюриста. Снова пробуем выбить из них что-нибудь полезное. И смотрим, шлак это все-таки или нет. Тактика будет следующая. У нас даются дополнительные попытки. Но именно по этому контейнеру все использовать бессмысленно. Потому что сам контейнер стоит, ну, 4,50, грубо говоря. 100 металлолома стоит у нас 6,61. Соответственно, первая попытка в 50 металлолома, она еще выгодна. Она стоит дешевле, чем контейнер 3, там 30. А вторая, она уже стоит больше, чем сам контейнер. Соответственно, последующие попытки, они уже невыгодны. Соответственно, мы открываем контейнер, используем первую попытку за 50. И чтобы там не выпало, уже, соответственно, принимаем. То есть мы из этих трех можем сделать 6. Ну, погнали. Да, я хочу открыть этот ящик. Так, что у нас там может? Блин. Не то нажал. Так. Наговорил про тактику и в итоге. О, флаг. Сколько? 72 часа. Заберу, покатаюсь 3 дня-то с ним. И давайте последний ящик. Колесо среднее. Так, на первом-втором попытке я не использовал. То есть с них, грубо говоря, 100 металлолома у меня осталось. Короче, я могу сейчас еще раз, еще две попытки использовать. Так. Дай синь-то, а? Не жить. Ну вот. Принимаю. Так. Прицел у меня есть, но у меня также этот выпал. Соответственно, этот я могу теперь свободно продать. Выходит, если бы я продал эти контейнеры, я бы получил 15 монет. Флаг, к сожалению, не продается. Но прицел у меня была замена на продажу. И я его продал. Ну, ждать, когда он там продастся, я не буду. В любом случае, там 37 где-то, наверное, монет с учетом комиссии у меня свалится. В итоге это было выгодное открытие. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, будет еще открытие. Будем пробовать различные тактики и смотреть, что из этого выйдет. Всем пока!